Чара, может, отметим открытие твоего нового аскблога? Достает пиво, надеясь на согласие Чары. Почему бы и да, партнер? У меня есть блог. Что в последний раз ты сломал, будучи пьяным? Дитя! Поцелуй Фриск. Итак, Чар, что лучше, вино Фриск или просто Фриск? Пьяный Чара, скажи, как сильно ты любишь Фриск? О боже, мой первый вопрос в этом блоге, у меня получилось. Эй, Чара, Фриск когда-нибудь пил с тобой? А у вас в Фриске не произошло никаких инцидентов, будучи пьяными? Вы никогда не целовались, когда были пьяными? Пожалуйста, скажи да. Эй, Чара, ты когда-нибудь грешил, когда был под кайфом? Вы с Фриск грешили после гулянки? Как много Фриска ты выпиваешь в день? Какую выпивку предпочитаешь? И как реагирует Фриск на пьяного тебя? Он использовал тебя, когда ты был пьян. Эй, Чара, можешь поцеловать Фриск? Ребята, почему вы все время спрашиваете обо мне с Фриск? Мы просто друзья. Шерри, говори тебе быть честным в своих чувствах. Самая тупая история, будучи пьяным. Любимая история по пьяни. Расскажи смешную историю. Самая странная ситуация, сделанная, будучи пьяным. Я люблю тебя, Фриск. Чара, для чего ты использовал суперудобную лампу? Я хочу знать. Он мой третий кузен, и мы не часто общаемся. Почему ты еще не пьян, Чара? Эй, Чара, ты в порядке? Дает Чаре шоколад. С тобой все хорошо? Почему бы мне просто не убрать эту бутылку подальше, чтобы мы могли просто поговорить? Ладно. Ты делал то, о чем жалеешь. Да. Ты пьешь, потому что плохо думаешь о себе. Что? Думаете, я плакса? Все хорошо. Любимый алкогольный напиток Чары – мой хэдканон дайкири. Ну что ты думаешь? Сколько тебе лет? Тебе хотя бы есть возраст, с которого можно пить? Почему ты? Сколько тебе лет? То есть ты же пьешь так... Ну так сколько мне лет? О боже, ты милаш. Почему ты такой милый? Спутанные волосы, мешки под глазами, несет алкоголем. О мой бог, дай мне бутыль. Так ты как бы вечно пьян все время? Какая у тебя текущая ситуация? Эй, Чара, ты пьян 24/7? Были когда-нибудь моменты, когда ты был трезвым? Что Фриск думает обо всем этом? Эй, Чара, что Фриск думает о твоей алкогольной проблеме? Он расстраивается или... Чара, кто чаще всего заботится о тебе, когда ты пьян? Эй, а Фриск тоже знает, как надо пить? Моя голова. Какие бары предпочитаешь? Только Грилби или тебе нравится МТТ-курорт? Какое твое любимое место для выпивки? Я часто хожу в Грилби. И я часто раньше ходил в МТТ-курорт, но мне больше нельзя там появляться. Больше не возвращайся. Привет, я Чара 48, но люди зовут меня Вишенкой. Приятно познакомиться. Так, еще один я, который носит худи, плюс постоянно пьян. Я лучше перейду на свитер. Чара предлагает горячий шоколад. Если и дальше будешь так пить, то скоро помрешь, идиот. Мне нужно взять тебя куда-нибудь вместе. Потусоваться. Это отвлечет тебя. Откуда они вообще пришли? Ладно, достаточно выпивки на сегодня. Хотя, думаю, еще одна мне не повредит. Вот. Возьми шоколад.
кладя шоколад. Чара, буду добр с тобой, я уверен, много других тебя тоже. Так что, пожалуйста, расслабься, хочешь шоколадного молока? Откуда весь этот шоколад? Какой беспорядок. Хочешь кружечку горячего шоколадка сладкий? Их двое? Бедное наивное создание. Если честно, я никогда не пил это. Можешь попробовать, если хочешь. Думаю, ты сразу отключишься. Чара, когда Грилби осуждает твою выпивку, ты используешь страшное лицо как способ, чтобы заставить дать еще? Или он все же не пугается? О, ну же, еще одну! Прости, но нет, с тебя хватит. Ну, раз так... Я заберу силой. Тебе придется прибраться здесь. Ох, прости. Ты ходишь с Сансом Гринби, хоть иногда. Вообще. Твои отношения с Сансом улучшились? Или вы все еще иногда сталкивались с ним из-за твоей мамы? Он здесь. Эй, пойдем домой, приятель. Тори волнуется за тебя. Что ты чувствуешь к Азриэлю? Эй, Азриэль или Флауи здесь? Или где-то рядом? Да, Азриэль живет со мной, Фриск. На самом деле, создать этот блок было его идеей. Эй, Чара, ничего, что я нашел тебя в обнимку с уличным фонарем? Thank you.